Всем привет! Сегодня уже 9 июня, 23 год. И я сейчас буду завтракать. На улице за окном лето. Тополиный пух, жара, июнь, ночь такие лунные. А соленый ветер с моря дул. На-н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 а. Короче, пух этот просто-напросто, мальчики и девочки, уже задолбал. И я сейчас буду завтракать вот таким вот обалденным кофе, который называется Nescafé Classic с молотой арабикой. Очень ароматный, обалденный, престижный, дорогой. И вот с таким вот кремлевским, да, который все сделает вкуснее. Легко намазывается, мягкий сливочный вкус, превосходный сливочный вкус, без холестерина. И еще к тому же халяльный продукт. Вот такое вот кремлевское и вот с таким плавленным сыром, который называется Эко-Милк. Это плавленый сыр, да. Сливочный, настоящий сливочный вкус. Вот такой вот. Короче, его делают в Дмитровском районе, как я понимаю. Вот Озерецкий молочный комбинат. Город Дмитров, село Озерецкое. Ну, там еще какие-то филиалы есть, я не знаю. Вот такой вот. Этот, короче, абсолютно еще запечатанный. Он очень дорогой, кстати, вот, очень дорогой. 200 с чем-то рублей стоит, но я брал в Ашане что-то по скидке. Не помню, за сколько, за 170, что ли, я уже не помню. Вот видите, этот абсолютно запечатанный, вот. Поэтому мы его уберем в холодильник, чтобы нам больше и больше не мешался. А этот вот второй, начатый. Вот мы сейчас его будем с вами употреблять, завтракать. Ой, пахнет реально этими вот сливками коровы. Пахнет очень вкусно. Так, вот я уже 4 ломтя белого хлеба себе нарезал. Вот такой вот хлебушек, очень хороший, кстати. Красная цена из пятерочки. Лучше, чем из Ашана. Вот они почему-то для Пека, вот Медведкова, для Ашана каждый день делают хуже. А вот для пятерочки красная цена почему-то лучше. Вот, сейчас я возьму, короче, это помазюкую этим вот сливочным маслом кремлевским. Вот. Я люблю Россию. Вот, да здравствует Россия. Так, сейчас я вот намажу. Так, теперь нужно сыр вот такой плавленый на нож нанести. И вот так вот, видите, как он хорошо размазывается. Вот так вот. Как это? Сливочное масло. Вот так вот, видите как. Я не жалею, видите, как много себе это всегда намазываю. Ну-ка, давайте попробуем, продегустируем. Обалденно. Не знаю, мне кажется, вот этот Эко-Милк, сливочный плавленый сыр, лучше, чем карат. По вкусу. Да мне и Виола нравится, и Хохланд нравится, президент очень нравится. А вот кофе еще не успел остыть. Очень горячее. Обалденно. На улице сегодня очень жарко, душно. Нет спасения. Да, вы можете заказывать обжорчики, вот, всякие, может, поздравления, любой каприз за ваши деньги в пределах разумного, вот, задонатить можете, вот, мне добровольное пожертвование сделать, подарок на мой Яндекс Юмани кошелек, под этим видео в описании будет на него ссылка. Обалденно, вкусно. Только это очень кофе, горячее. Я не знаю, сколько за окном градусов, вот. Но что-то за 20 там на телефоне показывают. Очень жарко, душно. Сегодня переменная облачность, мальчики. И вот это я не знаю, короче, очень душно. Ой, сейчас я еще сливочным маслом кремлевским помазюкаю. Вот.
И вот такой сыр. Ах, плавленый. Эко-милка. Вот тут корова даже нарисована. Настоящий сливочный вкус. Да, действительно, прям сливки реально деревенские. Как у бабушки. Искрынки. Обалденно. Это очень полезно. Скучно. Единственный минус у этого сыра цена, когда вот не по акции берете, и то, что он очень быстро уходит, кончается. Потому что он очень вкусный. И нельзя никак остановиться. Стоит один раз попробовать, и все. И будет каждый раз тянуть на него. Хорошо мазюкается. А вот сыр я брал. Красная птица марка Ашан. Он бывает сливочный. Такая коробка, ванночка. Бирюзового цвета. И коричневого цвета с грибами. Вот что-то с грибами как-то брал. Мне что-то не понравилось особо. Какой-то он мне показался очень пресный. Очень пресный. То ли партия такая, или вообще мне понравилась красная птица, просто сливочная. А вот с грибами что-то не то. Хотя брал вроде как-то и с грибами было вкусно. Не знаю, все от партии зависит. Вот хохланд мне очень нравится. Но он с собакой очень дорогой сейчас. Там вот реально грибов очень много. Этих шпиньонов. Шпионов. Грибы есть такие. Шпионы называются. Есть белые грибы, лисички, а это шпионы. И вот со шпионами очень это вкусные. Там прям реально такие попадаются большие грибы, вот кусочки шпионов. Обалденно. Это лето, Констанье, на лазурном побережье, лето радости и грез, что само неразделимо. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на. Обалденно. Вкусно. Вот так вот выглядит. Видите, как вообще. Лафа. Ох, вкусняшка. А вы любите плавленый сыр? Пишите под этим видео в комментариях. Поэтому, кто сколько может, помогите. Подарком. Вот, добровольно сделайте пожертвование. Мне на еду. Вот. На продвижение канала, на развитие. Жду от вас материальную помощь. Вот.
Все, всем пока. Было очень вкусно. Пока, мальчики.